Контракты между ЖЭКами и столичными жителями составлены с явными нарушениями законодательства и нарушают права граждан. Об этом заявили организаторы сегодняшней пресс-конференции. Речь идет о контрактах об администрировании домов, о необходимости подписания которых ранее заявлял мэр Кишинева. Однако юристы утверждают, что эти договора не прошли процедуры публичных слушаний, а также не были утверждены в столичном мунсовете. Также был нарушен закон о порядке составления контрактов. Есть в Орбаде процедура, где элаборация чистор контракте, ор леджа клар стипулязы к ши леджа привин де протекция консуматорилор, ши хотарыля де гуверна номер 191 привин де ахитария сервичлор локативи коммунале ши не коммунале, приведи к астфел де контракте, trebuie să fie elaborate și aprobate de Guvernul Republicii Moldova. Trebuie să fie elaborate contracte tipizate, care să respecte legislația națională, cât și actele internaționale la care Republica Moldova este parte. Aceste contracte trebuie să fie avizate în primul și în primul rând de Ministerul Economiei. Депутат Ион Чибан заявил, что данный документ является ловушкой при мэрии и посоветовал жителям их не подписывать, так как договор является незаконным. Там не указана цена за оказываемые услуги, и потребителям, возможно, придется платить любые тарифы. Также жители фактически потеряют контроль над крышей и придомовой территорией. Ион Чибан отметил, что законность этих контрактов будет оспорена в суде. Также в столице проводятся информационные кампании для информирования граждан о том, почему рискованно подписывать данные контракты. Am transmis deja прокуратуре генерале сесизări pentru a verifica, deci în ce bază acești начальнички de la ЖЭК își bat joc de oameni și încearcă să-i și sancționeze pentru nesemnarea unor contracte ilegale. Trei, vom propune decizii în Consiliul Municipal pentru investigarea acestor cazuri și patru, vom lansa în continuare o amplă campanie de informare în fiecare ogradă a municipiului Chișinău pentru ca cetățenii să știe că pot să-și apere drepturile și să nu semneze ceea ce le impune primăria și ЖЭКurile pe gât. Мы рассказываем населению, рассказываем всем тем, кто к нам подходит, о том, что эти контракты действительно очень опасно подписывать. Мы проводим информационную работу с людьми. И уже благодаря нашей работе, благодаря работе наших коллег, мы подписали, вернее, было написано тысячи таких заявлений, которые об отказе, да, подписание данного контракта. Отметим, что Государственное агентство по защите прав потребителей также выявило ряд нарушений в данном договоре и направило в примарию акт для внесения в него изменений.